I'm glad to be home after a mission trip. Я рад бы возвратиться домой после миссионерской поездки. But let me share a couple things with you before things that happened before the mission trip. Но я хотел поделиться несколькими вещами, которые случились, произошли до этой поездки. Roughly about a month before a mission trip, приблизительно месяц перед поездкой, I felt a spiritual pressure. Я ощущал это духовное давление. It was so hard. Это было настолько трудно, that I don't know if I could withhold it. Что я не знал, смогу ли я это пережить. And then, so I told my wife, I'm gonna go in a long-term fast. Я сказал своей жене, что я начну длительный пост. She goes, how long? Она спросила, на сколько времени? I said, I don't know. Я сказал, я не знаю. So I went 1, 2 days, 1 week, 2 weeks. Я начал один день, второй день, потом неделя, две недели. Because I needed to be empowered by God. Потому что мне нужна была сила Божья. And we're in the process, we're starting one of our biggest projects in our ministry. И мы находимся в процессе, где мы начинаем один из самых больших проектов нашего служения. And I would ask that you would go ahead and put it on the clip, on the projector. And this project that we're starting, этот проект, который мы начинаем, and I want to compare it to a process of conception, pregnancy, and birth. Я хочу его сравнить с процессом зачатия и рождения. In every project that we do, каждый проект, который мы делаем, first you have this idea or rema or vision that comes from God. Сначала у тебя появляется эта идея или видение, которое приходит от Бога. And you carry this. И ты носишь это. It goes into a next stage. I call it a season of pregnancy. Это уходит в следующий сезон, который я называю сезон беременности. And you carry it. И ты вынашиваешь его. You pray. Ты молишься. You fast. Ты постишься. You see God like never before. Ты ищешь Бога как никогда раньше. And then when the time is right. И потом, когда время наступает время правильное. And you come to a full term. И ты вынашиваешь эту идею полностью. And you bring it to the next step of reality. It is called birthing. Тогда ты приходишь к следующему шагу реальности, которое называется рождение. I know some of you who are involved in missions understand what I'm saying. Я знаю, некоторые из вас, которые вовлечены были в служение миссии, вы понимаете, о чем я говорю. And this is the next step that you take action, the step of faith. Это тот следующий шаг, который ты делаешь, шаг веры. And this is the season of birthing that we're in, and it's difficult, it's complicated. И этот сезон рождения, в котором мы находимся, это трудный сезон. It's a season of faith. Это сезон веры. Where you, what you received from God, когда то, что ты получил от Бога, what you prayed for and fasted for, о чем ты молился и постился, you begin to bring it to reality. Ты начинаешь это приводить в реальность. Almost 8 years ago, our ministry, God, we received a vision and calling from God. Почти 8 лет назад мы получили призвание к служению от Бога. And I was sitting right now with a superintendent in Nicaragua. Я сидел рядом с суперинтендентом в Никарагуа. He goes, I remember first time you talked about this. Он сказал, я помню первый раз, когда ты говорил об этом. I was thinking that you're just a young boy full of dreams. Я тогда думал, что ты, наверное, молодой парень, который полон различных мечтаний. But he goes, there's fear of God over me right now. Но он говорит, сейчас меня наполняет страх Божий. Because I see all of this coming to reality. Потому что я вижу, как это все осуществляется. We've started this project, one of our many projects. Мы начали этот один из наших многих проектов. This land that we have purchased on April 20th of this year. Это земля, которую мы приобрели 20 апреля этого года. That we were working over 2 years to purchase. Мы работали на протяжении более 2 лет, чтобы ее приобрести. Officially on November 14th we broke ground. Официально 14 ноября мы начали эту стройку. And we're starting to build a place that's going to be a multifunctional building. И мы начинаем строить это здание, которое будет нести различные функции. The size of it is 60 feet by 100 feet, 3 stories. Размер здания 60 feet на 30 feet и 3 этажа.
And the first floor, most of it is going to be just a warehouse and storage for our garage and for our boats and our equipment. Первый этаж это будет просто как кладовая или гаражи, там где лодки будут сберегаться, другие вещи. As you know, we've built boats that we're in process of building our third boat, which are 47 feet long. Мы сейчас в процессе стройки третьей нашей лодки для нашего служения. It's 47 foot long boat. Ей 47 футов длины. And this is the first floor that it's going to be. И это первый этаж. On the left hand side you have a 3600 square foot garage storage that's going to be 14 feet tall. С левой стороны вы видите гараж на 3600 square feet. And then on the right hand side you're going to have a kitchen, you're going to have restrooms, office, meeting room. С правой стороны там будет кухня, место, где можно собраться, и туалеты. And on the second floor is going to be a living quarter. На втором этаже будет место, где люди могут жить. It's going to be able to fit more than 50 missionaries to be able to stay. Там более 15 миссионеров смогут проживать. Over 50. Более 50 миссионеров. To this day, every time we come to Waspam, we just hang up a hammock and we sleep outside. До сих пор, когда мы приезжаем в Waspam, мы просто спим в различных гамаках на улице. Right now, if God willing, maybe one day we'll be sleeping on mattresses there. Если будет Богу угодно, в один день мы, возможно, будем спать на матрасах. And on the third story, it's going to be completely open. We'll be able to be used as a discipleship center to train pastors, missionaries, to equip them. И третий этаж, он будет полностью открытое место, где мы сможем проводить различные уроки, учить служителей. To mostly train and send out missionaries. Чтобы учить и посылать миссионеров. This project is called Antioch Project. Этот проект мы назвали проект Антиохии. Why is called Antioch? Because there were two churches in Israel during the time of apostles. Почему мы назвали это Антиохия? Это во время апостолов было две церкви. There was a church of Jerusalem. Была церковь в Иерусалиме. Was very political. Которая была очень политическая. But there was a church in Antioch. Но была церковь в Антиохии. It was very mission oriented. Она была более настроена. It was training and was sending out missionaries. Она учила и посылала миссионеров. We have already started the last week already digging foundation. Мы уже начали на прошлой неделе начали этот фундамент. The foundation is going to be where the columns, and there's going to be 50 of them. They're going to be about 3 meters or about 15 feet deep. Фундамент где-то будет 10 feet deep, some of them deeper. В основном будет около 3 метров глубины, возможно, в некоторых местах глубже. And also, it is a project of faith. Это проект веры. And I'm asking if God puts in your heart. Я прошу, если Бог положит вам на сердце. Partner with us. Будьте нашим партнером. I also want to take this moment thank the church for partnering with our ministry. Я также хочу использовать моментом и поблагодарить церковь за то, что они. You're one of the greatest blessings. Вы одна из самых больших благословений. Also want to thank people who individually sponsor us monthly. Людям поблагодарить. Поблагодарить людей, которые спонсорируют нас каждый месяц. It's a big blessing because of you, our partnership, we're able to do such great things. Это большое благословение для нас. Из-за вас мы можем делать эти проекты. If God puts in your heart, если Бог положит на ваше сердце, we invite you to be partners with us. Мы приглашаем, чтобы вы были партнерами. Whether it's $30 a month, или это $30 в месяц, $50 a month, $50 в месяц, or more, или больше. May God bless each and every single one of you. Да благословит Бог каждого из вас. And now we'll go to the very important topic. И сейчас я подойду к очень важной теме. It is when we speak the message of the love of God, the cross and the blood. Когда мы говорим слово о любви Божьей и крови Божьей. I'm going to speak to this morning about a topic that's called it is influence. Я буду говорить на тему влияния. And I'm going to take a passage from Esther chapter 4 verse 14. В книге Эсфир 4:14. I'm going to take a small portion of the verse. Я возьму маленькую часть этого стиха. And Mordecai said to her, "And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this." Мардахей сказал ей, и кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. In another translation it says, в другом переводе говорится, for such a time as this you were born. Для именно такого времени ты была рождена.
We as a church, as people, мы как церковь, как люди, and overall human race, и вообще все человечество, we are influenced by somebody. Мы являемся под чьим-то влиянием. And we also become an influence for somebody else. И мы также являемся влиянием для кого-то другого. The definition of influence, определение влияния, in dictionary it says, в словаре говорится так, it is capacity to have an effect on character, это как бы емкость иметь какой-то эффект на характер, the development or behavior of somebody else, или возможность иметь влияние на чей-то характер или воспитание или видение, ихнее видение. When we have little children, когда у нас есть маленькие дети, until 10, 12 years old, we as parents were their complete influence. До 10-12 лет они полностью находятся под влиянием. When you ask a little girl, your daughter, когда ты спрашиваешь свою дочь, who do you want to be? Кем ты хочешь быть? She will say, I want to be just like my mom. Она скажет, я хочу быть как моя мама. Who do you want to be when you grow up? Кем ты хочешь быть, когда ты вырастешь? I remember my wife asked my daughter. Я помню, моя жена спросила мою дочь. She looked at her, she goes, I want to be mom. Она посмотрела на нее и сказала, я хочу быть мамой. When you ask your son, если ты спросишь сына, who do you want to be? Кем ты хочешь быть? He goes, I want to be just like my dad. Он скажет, я хочу быть как мой отец. Those are the best years in life because your children look up to you. Это лучшие годы жизни, потому что твои дети, они смотрят на тебя. They look up to you. They want to be like you. Они хотят быть как ты. But around 12-13 years old, something happens in their life. Около 12-13 лет что-то происходит в их жизни. Somebody else becomes their influence in their life. Кто-то другой начинает быть влиянием в их жизни. And you notice that their priorities change. И ты замечаешь, что их приоритеты меняются. You see the way they dress changes. То, как они одеваются, меняется. You see the way they act. То, как они ведут себя, меняется. And the thing is that you see how their world view begins to change. Их мировоззрение начинает меняться. Why? Почему? Because somebody else is becoming an influence in their life. Потому что кто-то другой начинает быть влиянием в их жизни. And those years from 13 or 12 to 16 are the most crucial years in the development of a child. И эти года от 12-13 до 16 это самые важные года в развитии ребенка. Why? Почему? You're going through a season of puberty. You become a man or a woman. Ты становишься мужчиной или женщиной. And during that time, your hormones are all over your body. В то время с гормонами непонятно, что происходит. And nobody wants to deal with you. И никто не хочет иметь с тобой дело. That's why this age group is mostly pushed away from everyone. И потому эта группа возрастная категория, она как бы все люди отталкивают ее. And I want to thank our teenage group leader Max for doing such a great work with our teens. Я хочу поблагодарить нашего лидера тинейджеров Макса за то, что он так хорошо работает с тинейджерами. During this period of life, this is when I stepped away from God. Приблизительно в то время в моей жизни я отошел от Бога. And for about next 4 years, I did not want anything to do with church. И на протяжении следующих 4 лет я не хотел ничего иметь общего с церковью. Why? Because somebody else became my influence. Потому что кто-то другой стал моим влиянием. My friends in school. Мои друзья в школе. People in the church who were up to no good. Люди в церкви, которые были не очень хорошими. My worldview changes. Мое мировоззрение изменилось. I became critical towards everyone. Я начал быть критически настроенным против всех. And I wanted to be popular. Я хотел быть популярным. Whoever has influence on me. Тот, кто имеет влияние на меня, has power over me. Он имеет силу надо мной. Let me rephrase this. Я хочу другими словами сказать. Whoever has influence on you, тот, кто имеет влияние на тебя, has power and control over you. Он имеет силу и контроль над тобой. Why? Because you're influenced by them, it's like somebody's carrying you with a rope. Потому что то, как он влияет на тебя, это все равно как бы кто-то тебя вел за веревку. And you just want to be like them. И ты хочешь просто быть как они. Today we have a social media platform where we call them influencers. Сегодня у нас есть социальные сети, платформа, где мы называем их влиятельными людьми. And these people who have a lot of many different followers. И эти люди, за которыми следует много других людей. Hundreds of thousands of people who follow them. Сотни людей, которые следуют за ними. They get paid money for them to influence you. Им платят деньги для того, чтобы они могли влиять на вас. They send them free stuff.
clothing to advertise. Они посылают им бесплатную одежду. They give them money. Дают им деньги. In, because they understand you play a significant role of influence. Потому что они понимают, что эти люди играют очень важную роль влиятеля. And we. И мы. God forbid, we're influenced by a lot of people in a negative way. Не дай бог, но мы иногда находимся под влиянием других людей негативным способом. And today, if you show a little bit of skin, если ты чуть-чуть покажешь кожу сейчас, if you take off a little bit of more clothing on social media, если ты чуть обнажишься на социальных сетях, hey, guess what? Guaranteed, you'll have 10,000 more followers. Гарантированно, что у тебя будет 10,000 больше людей, которые следуют за. And people fall in this trap. И люди не падают. Because they want to be popular. Потому что они хотят быть популярными. Because they want to be influencers. Они хотят быть влиятельными. They want to receive praise. Они хотят получать эту похвалу. They want to receive more likes. Они хотят, чтобы больше людей их любило. But dear church. Но дорогая церковь. That is the world. Этот мир. But God gave us every single one of us a platform that we're supposed to influence people around us. Но Бог даровал каждому из нас эту платформу, через которую мы должны влиять на людей окружающих нас. Today we see how the world has influenced the church. Сегодня мы видим, как этот мир влияет на церковь. Today a lot of unthinkable things they were before unthinkable. Много вещей, которые раньше даже невозможно было себе представить. They're becoming more and more of a norm that's within the church. Эти вещи, они становятся более и более нормальными в церкви. The homosexuality was something that's unthinkable. Today churches put rainbow flags outside their churches. Раньше гомосексуализм, он был что-то, что невозможно было представить в церкви. Сейчас мы видим множество церквей с этими флагами. We see how the world is influencing the church. Мы видим, как этот мир влияет на церковь. And instead of the other way, вместо того, чтобы было наоборот, instead of the church influencing the world, вместо того, чтобы церковь влияла на мир, people are ashamed of talking about the cross and the blood of Jesus. Люди стыдятся говорить о кресте и крови Иисуса. But that is the whole source of our power and our faith. Но это является главным источником нашей веры и нашей силы. And you know, и знаете, today's all of the influencers of the world. Сегодня все эти влиятельные люди мира. They're talking the same talking points. Они говорят те же самые вещи. They talk, it's normal, it's good to have abortion. Что нормально, нормально иметь аборт. They're trying to bring in and bring this understanding in the mentality of everyone. Они стараются ввести эту ментальность в разум каждого. Homosexuality is not a sin. Гомосексуализм это не грех. They teach that. Они учат это. You're born that way. Что ты родился таким? God forbid if anybody says that it is a sin. Не дай бог, чтобы кто-то сказал, что это грех. To live with somebody it's no problem. Жить с кем-то это не проблема. What do you mean? You're still a virgin? Что ты имеешь в виду? Ты все еще не жил, не переспал с кем-то? You still haven't been with anyone? Ты еще не переспал с кем-то? This is the world that they look at you in surprise. Это тот мир, который смотрит на тебя с сюрпризом. But before that was, God forbid, a shameful act in any, whether you're Christian or not Christian. Но раньше это было что-то неприемлемое, независимо от того, христианин ты или нет. And you see, all of this is influencing us. Это влияет на нас. Your surrounding, that people that surround you in your life. Люди, окружающие тебя в этой жизни. Your social media. Социальные сети. The music that you listen to. Музыка, которую ты слушаешь. The videos that you watch. Видео, которые ты смотришь. You can go on your platform of Instagram or any other social media. Ты можешь пойти на Instagram или другие сети. And you can really quickly see the life that we live. Ты можешь очень быстро увидеть жизнь, в которой мы живем. Because the videos that you watch, it creates an algorithm. Потому что те видео, которые ты смотришь, они делают этот алгоритм. And it sends all the videos for you to watch what you live for. И программа посылает еще больше похожих видео, чтобы ты посмотрел дальше. And today, и сегодня, a lot of us, много из нас, are falling onto this trap of influence of this world. Они впадают в эту сеть влияния мира. The church is called to be an influence of the world. Церковь была призвана влиять на мир.
But the only way that a church that can be influenced to this world today is when we're under His influence. It's only when we're under His influence, not under somebody else, not under political agenda, not because somebody donates a lot of money, или кто-то дает много денег. It is only when we're under His influence we can become an actual influencers of this world. The author of Hebrews said they were surrounded by such a great cloud of witnesses. Они были окружены таким большим количеством свидетелей. And today we're surrounded by such a people who have gone before us. И сегодня мы окружены столькими многими людьми, которые пришли прежде нас. Apostle Paul said, апостол Павел говорит, look up to me as I look up to Christ. Подражайте мне, как я подражаю Христу. You might say you don't know my story. Вы можете сказать, ты не знаешь моей истории. It's not that easy. Это не так легко. I don't know your story. Я не знаю твоей истории. But God knows your story. Но Бог знает твою историю. And one thing I know, when you come to Christ, и одно, что я знаю, что когда ты приходишь ко Христу, you become a new creation. Ты становишься новым творением. And everything past has gone away. И все прошлое, оно уходит. You're born again. Ты рожден свыше. I heard many testimonies of people who were homosexual before. Я слышал много свидетельств людей, которые были гомосексуалистами. And when they came to Christ, но когда они пришли ко Христу, God completely changed them. Бог полностью изменил их. There's so many different testimonies. Есть столько различных свидетельств. When you come to Christ, когда ты приходишь ко Христу, God completely changes you. Бог полностью меняет тебя. There's nothing that God cannot change. Нету ничего, что Бог не может изменить. Yes, I don't know your story. Да, я не знаю твоей истории. But He knows your story. Но Он знает твою историю. And you have to bring your story to Him because He can change your story. Ты можешь принести твою историю к Нему, потому что Он может изменить ее. In order to know для того, чтобы знать who your influence is, кто является твоим влиянием, you have to know who you fellowship with. Тебе нужно знать, с кем ты общаешься. Because the circle of influence, потому что этот круг влияния, it is surrounded by people who you fellowship with. Он наполнен людьми, с которыми ты общаешься. And the dictionary word fellowship, и словарное слово общение, it is a Greek word translated fellowship. It means act of using things in common. Это действие, из греческого переводится как действие использования, которые некоторые вещи, которые как бы общие, что-то общее. It means that you share something. То есть ты делишься чем-то. That means you're a partner with something. Ты являешься партнером с кем-то. In a biblical sense of fellowship, если по-библейски мы на это посмотрим, it describes as a partnership. Это описывается как партнерство. It describes communion. Это как переобщение. It gives a relationship that believers enter onto by a common experience of salvation. Это отношения, в которые верующие люди входят, у которых общей темой является спасение. It is a mutual participation in the body of Christ. Это взаимное участие в теле Христовом. Apostle Paul says in 2 Corinthians, апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам, in chapter 13, 13-14, in English verse 14, in Ukrainian or Russian verse 13, 13-14 стих, it says, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Благодать Господа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа со всеми вами. And when we have proper fellowship with the Holy Spirit, и когда у нас правильные отношения с Духом Святым, we become under His influence. Мы становимся тогда под Его влиянием. So there's different types of fellowship that we have. Итак, есть различные отношения или общения, которые у нас we есть. We as Christians, мы как христиане, we're supposed to have two different types of fellowship. У нас должны быть два различных способа общения. First type of fellowship. Один вид общения. It is the fellowship that is called vertical fellowship. Это вертикальное общение. It is a vertical fellowship. Это вертикальное общение. It is fellowship with God. Это общение с Богом. In John, 1 John chapter 1 verse 3, it says the following. В 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих, он говорит следующее. We proclaim to you what we have seen and heard, that you also may have fellowship with us,
And our fellowship is with the Father and with the Son and the Holy Spirit. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. This talks about two different types of fellowships up here. Мы здесь видим два типа общения. We see the vertical fellowship that is Godward. Мы видим вертикальный тип общения. And it talks about John talks about also horizontal fellowship that we have with people. И он также говорит о горизонтальном виде общения. In order for you для того, to have a proper influence on the world, чтобы иметь правильное влияние на этот мир, you have to have a proper vertical fellowship with God. Тебе нужно иметь правильное вертикальное общение с Богом. And that vertical fellowship with God is foundation of our faith. И это вертикальное общение с Богом — это фундамент нашей веры. The fellowship with God, отношение или общение с Богом, it establishes the way we lay down our own will. Это представляет, как мы начинаем или как мы представляем нашу нашу волю. We lay down our own will. Когда мы отдаем свою собственную волю. And we come under His authority. И мы становимся под Его влиянием. We begin to live under Him. Под Его авторитетом. We understand that He paid the full price for us. Мы понимаем, что Он заплатил полную цену за нас. We understand that our life belongs to Him. Мы понимаем, что наша жизнь принадлежит Ему. And then the second thing is that и потом второе, we accept God's authority in our life. Мы принимаем Божью власть в нашей жизни. We begin to believe in the Word of God. Мы начинаем верить в Слово Божие. We accept this Word of God as an absolute authority. Мы принимаем это Слово Божие как абсолютный авторитет. We receive this as an absolute truth. Мы принимаем это как абсолютную истину. And we apply it in our life. И мы применяем ее в нашей жизни. And we demonstrate this God-word fellowship. И мы демонстрируем это слово общение. By prayer. Тем, что мы молимся. By praise. Тем, что мы прославляем Бога. And we worship God in the spirit of truth. И мы поклоняемся Богу в духе истины. Once we have established our vertical fellowship with God, когда мы уже установили наше вертикальное общение с Богом, we can then properly have a fellowship with one another, which is horizontal fellowship. Тогда у нас уже могут быть нормальные отношения друг с другом, которые являются горизонтальным. When God is our first love, когда Бог является нашей первой любовью, and our desire is to please Him, и наше желание это быть приятным Ему, and by demonstrating love to another, когда мы демонстрируем нашу любовь друг к другу, we demonstrate that we have a proper relationship with God. Мы демонстрируем, что у нас правильные отношения с Богом. And then we permit for God to break down all the barriers that separate us. И тогда мы разрешаем Богу, чтобы Он мог бы разбить все эти барьеры, которые разделяют нас. There are some ways that Christian fellowship is expressed. Есть некоторые способы, которыми мы представляем эти отношения христианские. And we do it in a very practical way. И мы делаем это практически. When we pray for one another, когда мы молимся друг за друга, this is a fellowship that we have within the body of Jesus Christ. Это общение, которое мы имеем в теле Христовом. When we begin to exhort one another or lift one another up, когда мы как бы ободряем друг друга, when we begin to edify one another, когда мы учимся друг от друга, when we begin to bear one another's burdens, когда мы носим бремена друг друга, when we begin to sing and praise God together in worship, когда мы поем и славим Бога в хвале и поклонении, when we comfort one another, когда мы утешаем друг друга, and when we forgive one another, когда мы прощаем друг друга, this is a type of fellowship that we have with believers. Это общение, которое мы имеем с верующими. And there's some also practical ways that we have it in fellowship are when we receive one another into friendship. И также есть практический способ, когда мы принимаем друг друга в наших круг друзей. When we begin to not to exclude, but include. Когда мы начинаем не отталкивать людей, но наоборот привлекать. When we show hospitality. Когда мы представляем это гостеприимство. When we begin to show help for the needy. Когда мы показываем помощь людям, которые нуждаются. And when we get to know each other. Когда мы лучше узнаем друг друга. This is the type of fellowship that we have with believers. Это этот вид общения, который мы имеем с верующими. And these people who you fellowship with, who are believers, люди верующих, с которыми мы имеем общение, they can influence your life. Они влияют на твою жизнь. And the people who, when we draw a circle, и когда мы рисуем этот круг,
These people can be inside our circle because they can influence your life. Эти люди, они могут быть внутри этого круга, потому что они влияют на твою жизнь. But let me ask you a question. Давайте я задам вам вопрос. Can we have a fellowship? Можем ли мы иметь общение? With people who don't believe in God. С людьми, которые не верят в Бога. The Bible says no. Библия говорит нет. The Bible says. Библия говорит. We cannot have anything to do with the people of this world. Что мы ничего не можем иметь с людьми этого мира. What do we have in common with the people in the world? Что у нас общего с людьми этого мира? I want you to follow me very carefully. Следуйте внимательно. What do we have in common with the people in this world? Что мы имеем общего с людьми этого мира? So if I say the people who you fellowship with, they influence your worldview. Если я говорю люди, с которыми ты общаешься, они влияют на твое мировоззрение. Если ты разрешаешь неверующему прийти. Если ты разрешаешь неверующему прийти, then they begin to influence your life. Тогда они начинают влиять на твою жизнь. They begin to create a worldview in your life. Они начинают творить это мировоззрение в твоей жизни. But the Bible says, но Библия говорит, we cannot have anything to do with them. Мы не можем ничего иметь общего с ними. You see, when we enter the kingdom of God, когда мы входим в Царство Божие, there should be an immediate separation from this certain things in this world. Должно быть мгновенное отделение от вещей этого мира. And that does not consist with the biblical truth. Вещей этого мира, которые не сопоставимы с библейской истиной. So if a person doesn't believe in God, если человек не верит в Бога, he cannot come into my circle of fellowship. Он не может войти в мой круг общения. Because the people who come in the circle of fellowship, потому что люди, которые входят в этот круг общения, this is my safe zone. Это моя зона безопасности. This is the zone that people influence me. Это та зона, где люди влияют. People who mentor me. Люди, которые учат, who build me up in faith. Которые ставят меня в вере, помогают моей вере. And people who I also encourage and build up. И люди, которым я помогаю. And one of the greatest things we have in common with them. Одно из самых важных вещей, которые у нас есть общего. We have communion. We break bread and we remember the sacrifice of Jesus Christ. У нас есть общение. Мы вспоминаем жертвы Иисуса Христа. That's why the Bible says this was a very special evening, a secret evening. Это то, что Библия говорит. Это была тайная вечеря. Because it was only for included. Потому что это было только для тех людей, of people who you have great fellowship with. Люди, которые имели общение с ним. Do you have anything in common with people who are in this world? Есть ли у тебя что-то общее с людьми этого мира? When my little kids were small, Anita or Edward went to school. Когда мои дети были маленькими, Анита и Эдвард ходили в школу. And I remember first day of Edward's kindergarten. Я помню первый день, когда Эдвард находился в kindergarten. And also to Anita, and all the time I remind them. Также до Аниты и каждый раз я напоминаю. I tell them that you are a missionary in school. Я говорю им, вы миссионеры в школе. You are coming there. You are sheep among the wolves. Вы идете туда, вы как овцы среди волков. So my question is. И так мой вопрос. Who are these people who are not believers? Кто такие эти люди, которые не верят? Who are they to us? Кто они для нас? Am I able to have coffee with them? Могу ли я иметь кофе с ними? Can I invite them over for dinner? Могу ли я пригласить их на ужин? Not that you could, but you should. Не то, чтобы ты можешь, но ты должен. But you have to understand who they are. Но ты должен понимать, кем они являются. They're not the people you fellowship with. Это не люди, с которыми ты общаешься. But they are your mission field. Но они твое миссионерское поле. You don't permit them to influence you in your life. Ты не разрешаешь им влиять на твою жизнь. But you put a guard down and you begin to influence them. Но ты ставишь эту защиту, и ты начинаешь проповедовать. You begin to pray for them. Ты начинаешь влиять на них. You understand who they are. Ты понимаешь, кем они. You understand that they need the blood, they need the cross. Ты понимаешь, что они нуждаются в крови Иисуса. And the moment that these people they accept Jesus Christ, в тот момент, когда они принимают Иисуса Христа, the Bible says something amazing happens. Библия говорит, что-то очень удивительное происходит. They become part of family. Они стают частью семьи. There you're able to break bread with them. Ты можешь делить хлеб с ними. And they come into the circle of influence in your life. Они могут войти в этот круг влияния. They become the body of Jesus Christ. Они становятся телом Христа. They become the blood, the bride of Jesus Christ. Они становятся невестой Христа.
When we understand that, когда мы понимаем это, then we draw a circle of people who can influence us. Тогда мы рисуем этот круг людей, которые могут влиять на нас. And the Bible continues to say, и Библия продолжает дальше. We cannot have any fellowship with any satanic spirits or cults. Мы не можем иметь общение с любыми сатанинскими духами или культами. Somebody might say, "Hey, I have nothing to do with them." Кто-то говорит, я ничего не имею с ними. But today, when we play video games, но сегодня, когда мы играем различные игры, we a lot of times we open a spiritual sphere in our homes. Часто мы открываем это окно духовное в нашем доме. And we don't even realize. Мы даже это не понимаем. But we begin to fellowship with the spiritual world. Но мы начинаем иметь общение с этим духовным миром. I understand. I underlined this before. Я ставил ударение на этом раньше. There was a time when my son was about 10 years old. Было время, когда моему сыну было где-то 10 лет. And he was helping me around the house. Он помогал мне возле дома. And I said, "Hey, you know what? We're going to go to the store. I'm going to get you a really nice racing car game." Я сказал ему, знаешь что, поедем в магазин, я тебе куплю игру, видеоигру, где на машинах катаются. We had a Wii then. I thought it was a very safe game. Я читал, я думал, что это довольно безопасная игра. And so we went to the store. И мы пошли в магазин. So I find, check the first one out. Я смотрю на первую. I turn it on. Я включил ее. And I see almost half-naked girls dancing. Я вижу полуобнаженных девушек, которые танцуют. Turn it off. I'm saying, we're not getting this one. Я сказал, не, выключи, мы это Then I see another game. Потом я смотрю на следующую игру. And somebody was playing. I'm like, that looks pretty good. И кто-то играл ее, я смотрю, это неплохо выглядит. And then, so I turn it on myself. Я включил ее сам. And right in the beginning it says, Demon Enterprises. Наверху написано Demon Enterprises, название компании. It really scared me. Это испугало меня. The game was racing, no, nothing wrong with it. Игра была просто как бы гоночная машина игра, ничего не было такого особенного. But dear friends, a lot of things that we do, we fellowship with the spiritual cults and spirits. Много вещей, которые мы делаем, мы имеем общение с духами. I know a lot of people talk to me about music. Много людей говорят со мной о музыке. They say, "Hey, you don't understand music." Они говорят, ты не понимаешь музыки. I don't. Я не понимаю. But if it doesn't worship God, who does it worship? Но если она не поклоняется Богу, кому она поклоняется? You see, there's so much music that we listen to. Есть столько музыки, которую мы слушаем. We fellowship with demonic cults and spirits. Мы имеем общение с этими демоническими. Listen to their story. Послушайте эту историю. Listen to Katy Perry, who is from a Christian family. She dedicated her life to the devil. Послушайте этой Кейти Перри, которая родилась в христианской семье, но она посвятила свою жизнь дьяволу. You listen to the other TED stories that it says when I come on stage, it is no longer I, but somebody else. Другие истории, которые говорят, когда я стою на сцену, это уже не я, но кто-то другой. And we permit for those spiritual influence to come into our life. И мы разрешаем этим духовным влиянием прийти в нашу жизнь. We're fellowshipping with them. Мы имеем общение с ними. We have things. What do we have things in common with people who praise the devil and the world? Что у нас общего с людьми, которые прославляют What's the difference between celebrating Halloween or listening to non-Christian music? Какая разница между тем, что мы празднуем Хэллоуин или слушаем нехристианскую музыку? You're fellowshipping with a different world. Ты имеешь общение с другим миром. The Bible says. Библия говорит. We said we should have nothing with people who have to do with unrighteousness. Мы не должны иметь ничего общего с людьми, которые нечестивые. We should have nothing to do with them. Why? Because if I fellowship with them, потому что если я имею общение с ними, they begin to influence me. Они начинают иметь влияние на меня. When you deal with people who are dishonest, если ты имеешь дело с людьми, которые нечестны, who are stealing, who are lying, who are deceiving people, которые воруют, которые обманывают, and they see that you're buddies with them, и они смотрят, что ты дружишь с ними. I'm sorry, but you begin to be under their influence. Ты начинаешь быть под их влиянием. You also next thing the Bible says number 4 that we should have nothing to do with false religion. Следующая Библия говорит, что мы не должны иметь ничего с фальшивыми религиями. There's so many different religions in this world. Есть столько лживых религий в этом мире. If there's no deity of the Christ, если нету божества Христова. If there's no sacrifice of the blood, если нету жертвы крови. If there's no cross, если нету креста. And if it undermines any of the biblical foundations, если оно нарушает библейские фундаменты. It is a false religion. Это лжерелигия. And you should not even permit it
to come into your life. И ты не должен даже разрешать, чтобы оно вошло в твою жизнь. Next thing the Bible says, we should have nothing to do with false doctrine. Следующее, что Библия говорит, чтобы мы не должны ничего иметь с лжедоктринами. The only way you can be under the authority of God. Один только способ, через который мы можем быть под властью Божьей. When you come under a vertical fellowship with God. Когда ты входишь в это вертикальное общение с Богом. When you have a deep desire to study the depth of the Word of God. Когда у тебя есть желание изучать эту глубину Слова Божьего. And then even if somebody speaks almost the truth, you'll be able to tell the difference. Тогда, если кто-то говорит даже почти правду, ты сможешь узнать разницу. Today there are so many different teachings. Столько различных учений сейчас. And they all undermine the gospel. И они все нарушают Евангелие. Today there are so many different movements that people chasing. Столько различных движений, которые увлекают людей. They chase everything except the one who is the great. Они следят за всем, кроме Иисуса. Dear friends, the Bible says we should have nothing to do with this. Библия говорит, чтобы мы ничего не имели общего с этим. Because your people who you permit to come in a circle in your life, потому что люди, которым ты разрешаешь войти в твой круг, they will begin to influence you. Они начнут влиять на тебя. You begin to listen to people how critical they are. Ты начнешь слушать других людей. You know what the difference is between a praying person and a gossiping person? Ты знаешь разницу между человеком, который молится, и тем, который распространяет сплетни? You know what the difference is? Знаете, какая разница? It's who you're talking to. Это тот, с кем ты общаешься. If you heard something bad happen to somebody, если ты слышал что-то плохое с кем-то произошло, and you tell somebody else, и ты говоришь об этом кому-то другому, have you seen this? Ты видел это? Have you heard of what that other sister did? Ты слышал, что эта другая сестра сделала? You are a gossiper. Ты сплетник. But if you heard the bad news, но если ты услышал какую-то плохую новость, about some sister, some brother, or somebody else, братья или сестре, and you bow your knees in front of God, you are in an intercessor prayer for that person. It doesn't make a difference whether it's true or not. You begin to bring it to God. And you become a tool, an instrument in God's hands. And that power is in your hands. You have a right to be used by God. The Bible also says that we should have a very limited fellowship with people who are within faith, but they are stepped away from God. Что мы должны иметь ограниченное общение с людьми, которые верующие, но они отошли от Бога. There is a moment when people have completely stepped away from God. Есть момент, когда люди уходят от Бога. You begin to pray for them. Ты начинаешь молиться. You begin, they become your mission field. Они становятся твоим миссионерским полем. So they can be restored to the body of Jesus Christ. Для того, чтобы они могли быть восстановлены в тело Христа. When we are saved, когда мы спасены, we become a part of the great family. Мы становимся частью большой семьи. We become the family of God. Мы становимся семьей Божьей. Dear friends, дорогие друзья, I know my time is running out. Я знаю, мое время подходит к концу. But we're going to pray right now in a little bit. Мы сейчас будем молиться скоро. The Bible says, Библия говорит, that we should have nothing to do with people who are drunk. Что мы не должны иметь ничего общего с людьми пьяницами. People who have who are by extortionists, who do things by their own personal gain. Людьми, которые вымогательны, которые делают что-то для своей собственной корысти. The Bible says that we should have nothing to do with people who are fornicators or live in adultery of this world. Ничего не иметь общего с людьми, которые блудники, прелюбодеи в этом мире. Because there's a Russian expression. Есть одно такое пословие. Show me your friends and I will say who you are. Покажи мне своего друга, я скажу тебе, кто ты. We're going to pray right now. Мы будем молиться сейчас. Maybe you have come under influence of this world. Возможно, ты попал под влияние этого мира. Maybe those people that you surround have influenced you. Возможно, люди, которые окружают тебя, они повлияли на тебя. And your faith has stumbled. И твоя вера, она терпит крушение. And that will happen every single time. И это будет каждый раз. I invite you to come under influence of the great God Almighty. Чтобы вы пришли под влияние нашего всемогущего Бога. Let's all stand right now. Давайте останемся. Maybe there was a moment in your life. Возможно, есть момент в твоей жизни. When you came under influence of people in this world. Когда ты попал под влияние людей этого мира. And that influence has created a deep addiction in your life. Это влияние сотворило какую-то зависимость в твоей жизни. It could be anything. Это возможно
что-нибудь. You've been fighting this addiction for very long time. И ты, возможно, борешься с этим влиянием или зависимостью всю длительное время. You're trying to fight it on your own. Ты стараешься бороться с этим сам собой. You cannot win. Но ты не можешь выиграть. We want to pray for you this morning. Мы хотим помолиться за тебя этим утром. Maybe you've been fighting a battle. Если ты борешься. Whether it's pornography. Возможно, это порнография. Whether it's you're messing around with vaping. Или курение какое-то. Or maybe you're messing around with alcohol. Или алкоголь. You think it'll give you pleasure for a short period of time. Ты думаешь, что оно даст тебе какое-то удовлетворение? Maybe you're addicted to video games. Возможно, ты зависим от видеоигр. Maybe you're addicted to watching bad movies. Или плохие фильмы. And they're influencing and destroying your life. Они влияют и разрушают твою жизнь. This is the day that God has made. He wants to give us a freedom and breakthrough in our life. Который сотворил Господь, он хочет дать тебе свободу. And if you're here, we want to pray for you. You can pick up your hand. Если ты здесь, подними руку, мы хотим. No matter what it is in your life. God wants you to come under His influence. Бог хочет, чтобы ты попал под Его влияние. He wants you to live in the freedom that's offered in Jesus Christ. Он хочет, чтобы ты жил в свободе Его. And He's offering it today. И Он предлагает это сегодня. God wants you to restore the vertical relationship and fellowship with God. Бог хочет, чтобы ты восстановил вертикальное общение с Богом. So He can live in a full freedom. Чтобы ты мог жить в свободе. And maybe you permitted people to influence you. Возможно, ты разрешил людям влиять на тебя. Understand that those people that God has given you, понимаешь, что те люди, которых Бог даровал тебе, they're not believers in Christ. Они неверующие. They are your platform. Это твоя платформа. That God has given them to you to influence them for His kingdom. Бог даровал их тебе, чтобы ты повлиял на них для Его царства. People who don't know God, люди, которые не знают Бога, it is your obligation to be a missionary to them. Ты должен быть миссионером для них. You're supposed to pray for them. Ты должен молиться за них. Influence them for the kingdom of God. Влиять на них для царства Божьего. That every single Sunday you'd be able to bring a worker from work to church. Чтобы каждое воскресенье ты мог привести кого-то с работы в церковь. Or invite them. Или пригласить их. Or to pray for them. Или молиться за них. We're going to pray right now. Мы будем молиться сейчас. If somebody here, если кто-то здесь, needs a prayer, если кому-то нужна молитва, you can come forward. Вы можете прийти наперед. Where the platform is open. Платформа открыта. Let's pray. Будем молиться.